Правильные действия в борьбе с вирусом дают свои результаты. В Ровеньках, Свердловске, Антраците и Антрацитовском районе снимают режим строгой самоизоляции. Соответствующее решение приняла ЧСПК при правительстве. Принятые меры вступят в силу 16 апреля в 23:00. Но важно отметить, что в Свердловске сохраняется запрет на передвижение пригородного и междугороднего транспорта. Также сохраняются ограничительные мероприятия по перемещению жителей города за пределы административно-территориальных границ Свердловска. Кроме того, комиссия внесла изменения в решение об определении категории лиц, которым разрешен выезд из ЛНР, а также дополнила список документов, которые являются основанием для выезда граждан за пределы республики по причине возникновения особых жизненных обстоятельств. С подробным перечнем можно ознакомиться на официальных сайтах профильных министерств и ведомств.